Добрый вечер, Александр Борисович, добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые земляки. Я искренне благодарю многократно, прежде всего, вот за те предложения, за те вопросы, за обозначение тех проблем, которые волнуют каждого жителя Чувашской Республики. В ходе разработки программы развития Чувашской Республики на следующие 5 лет поступило очень много вопросов. Эту программу мы обсуждали в несколько заходов. Сначала по отраслевому принципу, затем на экспертном уровне, потом по отраслевому принципу и третий раз уже в разрезе муниципалитета. Таким образом, мы постарались услышать всех. Благодарю за ту поддержку, которая на сегодняшний день показывает экзит-пол. И это для меня очень большая ответственность. Это на меня налагает такое некое обязательство работать, не жалея себя, и настраивать на это и Кабинет министров Чувашской Республики, и муниципальное образование для того, чтобы реализовать все намеченное. А это возможно. Ну и, конечно же, огромная благодарность членам Народного штаба, кандидата Олега Николаева, которые очень последовательно, очень динамично работали для того, чтобы взаимодействовать с вами, уважаемые жители Чувашской Республики, с тем, чтобы, с одной стороны, объяснить, что будет происходить в следующие 5 лет. С другой стороны, постоянно получать дополнительные предложения для того, чтобы корректировать в дальнейшем ту программу действий. Несомненно же, огромная благодарность кандидатам, которые участвовали в предвыборной гонке и искренне высказывали свою озабоченность состоянием дел. И это, конечно же, тоже повод задуматься над отдельными направлениями и возможно скорректировать. Но самое главное, мне было приятно вот сейчас слышать с уст кандидатов, что каждый из них готов работать дальше. И вот это самое главное. Спасибо за объединение, которое произошло за последние полгода с лишним. В том числе в ходе организации избирательной кампании, когда общественные организации объединились на площадке Общественной палаты Чувашской Республики и организовали штаб общественного наблюдения. Организатором вот этого замечательного единого информационного центра, который вот последние 3 дня работает очень активно, очень динамично, и здесь обсуждаются все те моменты, которые происходят в ходе избирательной кампании. Мне кажется, это самое главное, когда мы можем открыто, честно и, самое главное, всесторонне обсудить любую проблему, и самое главное, из обозначенной проблемы выработать конкретные решения. Здесь я хочу сказать, что день голосования или выборы – это, возможно, это некий рубеж. Рубеж, когда мы переходим в новый этап движения. А это движение мы с вами наметили, в каком направлении будем развивать. И в рамках этого развития очень здорово, что мы изо дня в день с вами получаем поддержку со стороны федерального центра. Многое уже успели сделать, не дожидаясь дня голосования. Еще много в планах. И убежден, что вместе, объединяя усилия и общественных организаций, хозяйствующих субъектов, каждого человека, мы сможем сделать намного больше, чем мы записали в планах. И для этого мы уже сейчас, говоря мы, я имею в виду прежде всего Кабинет министров Чувашской Республики, это администрации районов и городов, уже запустили процесс формирования новых предложений. Для того, чтобы уже в следующем году, уже в этом году, когда будем обсуждать бюджет на следующий плановый период, что-то учитывать, что-то запланировать для себя, для того, чтобы улучшить те наши планы, которые, казалось, буквально месяц, два, 3 месяца назад вроде бы эффективными, вроде бы хорошими. Время быстро меняется. И когда мы с вами находимся в постоянной дискуссии, когда мы находимся с вами в постоянном поиске, когда мы находимся в желании поспорить для того, чтобы улучшить ситуацию и найти наиболее правильное решение, конечно же, это получается. И я убежден, так и будет. Спасибо вам большое.